Приветствуем вас на нашем канале. Несколько часов назад пресса распространила информацию об открытом письме, которое написал 63-летний историк моды Александр Васильев. Как и многие другие отечественные знаменитости, бывший ведущий Первого канала осудил российскую политику в отношении Украины. Разумеется, послание Васильева незамедлительно вызвало бурную реакцию. Общественность незамедлительно объявила его чуть ли не врагом народа. Так, например, известный журналист Михаил Шахназаров в своем телеграм-канале назвал экс-звезду главного канала страны гомосеком-старьевщиком, а также предрек открытие против него уголовного дела. С нами прощается гомосек-старьевщик Сашуля Васильев, кромсающий древние кресла для пошива своих пиджаков. Старая Сашенька настрочила себе целую статью УК. Интересно, эту посредственность тоже станут отмазывать, называя ведьмой, или все же сольют как отработанный биоматериал? Задался вопросом Шахназаров. Комментаторы, конечно же, высказались и бурно отреагировали. Большинство рады тому, что больше никогда не увидят программу «Модный приговор». Неужели дождались? Кто бы сомневался? Скатертью дорога. Не Первый канал, а помойка. Ура, петухи разбегаются. Не плачь ты свой, ты буржуинский. Высказались пользователи сети. Напомним, на протяжении многих лет Александр Васильев вместе с певицей Надеждой Бабкиной вел шоу «Модный приговор» на Первом канале. Программа перестала выходить в конце февраля в связи с изменениями в эфирной сетке.